Друзья, всем привет! Ну что, вот и подходит 2017 год к своему завершению. Ну и как принято у многих диджеев, музыкантов, нужно подвести некие итоги. В марте этого года родился у меня некий план. Я начал замечать, что у меня получается ровно по одной работе выпускать раз в неделю. То есть в пятницу, да, как уже многие знают. Ну и вот и поэтому я решил, что посвящу я этот год написанию, как бы углублюсь в это побольше, посильнее. Буду стараться выпускать каждую неделю новую работу. В принципе, это мне удалось. Вот сейчас смотрю на свою статистику. Давайте посчитаем вместе. Ну, путем нехитрых математических подсчетов, все знаем, да, что в году у нас 52 недели. Соответственно, должно быть 52 работы. Но из этих 52 я 2 вычитаю, потому что я 2 недели отсутствовал в России, в принципе, на отдыхе, в Турции. Ну, там, естественно, мне было уже не до этого. Я там просто отдыхал, я отключал голову от всех дел. Поэтому, соответственно, их должно быть 50. Вот на данный момент их ровно 50 работ. Но выйдет еще одна, числа, наверное 25, 26, 27, там посмотрим, уже когда под канун Нового года я вам этот трек презентую. Ремикс. Ремикс все знаете, какой будет еще, раз, если следите за моими влогами, вот это. Французское завершение. Вот. Почему их получилось 51 получится в итоге? Потому что совсем недавно я написал, буквально за полтора, наверное, дня, ремикс на конкурс LX от LX24. Все слышали работу, да? «Прости меня, моя любовь» называется. Вот таким образом их получилось 51. Готовятся кое-какие уже релизы на 2018 год. Но о них чуть позже. Показал бы демо, но давайте отложим на попозже. Оно еще очень сырое. Ну и вот немножко статистики, что ли. Ремикс на Бенни Бенасси. Вот, наверное, если вы сейчас зайдете на YouTube, набрал уже 1 200 000 просмотров. И это колоссальное количество для меня, в частности, потому что, ну, не имея свой, точнее, имея свой канал, но не имея у канала такой поддержки, конечно, классно. Меня поддержал DJ Smile, старается регулярно поддерживать. Вот, допустим, ремикс на Бенасси Hit My Heart песню набрал 170 тысяч просмотров. Ремикс на Цоя тоже он на своем канале выложил, набрал 80 тысяч просмотров. И еще на сторонних пару каналов, вот Вояж, ну тоже он вышел буквально, наверное, месяц, да, полтора назад, набрал уже 30 тысяч. И трек «Тонадо Судьба», ремикс мой, набрал 17. Также ремикс Бенасси, который 1 200 000 просмотров, поддержало челябинское радио «Эль Радио». Я так понимаю, что в Челябинске оно популярно, раз мне много людей писали, что откуда ты там взялся на этом радио, вы посылали там сам эти свои треки туда. Я говорю, ничего я не делал, видимо, как-то это меня нашли и вот решили выложить. Приятно, что в YouTube достаточно такая крепкая обосновалась сарафанное радио мое, регулярно поддерживают. Спасибо вам всем большое за лайки, репосты, тоже спасибо. Что касается донатов, наверное, все хотели послушать. Здесь я
огорчу сам себя в первую очередь. Ну и, может быть, огорчитесь вы. За время, наверное, я тоже где-то не с января, не полностью я как-то акцентировал внимание на донатах в этом году. Точнее, в первой его половине. Ну и вот, в общем-то, их и нет. Один-два, может, были там. Кто-то, один человек, по-моему, отслал 500 рублей. В самом начале года я получил, кстати, заказ на ремикс. Это была Света, на Свету. Написал. Получал еще один заказ, но так мы там и с клиентом не пришли к общим убеждениям. И заказ сорвался. Не стал я его писать, дописывать. Вот. Это я к чему вам говорю, что недавно я писал пост о том, как лет 5, да, или 6 назад я написал ремикс на зарубежного артиста. И вот он мне за WAV файл, это, ну, не MP3, который, а WAV, это который много весит и качеством лучше. Исходник, так скажем, музыкальный. Заплатил мне $100. Причем я его не просил, даже и не думал об этом. Вот так вот за рубежом относятся к творчеству. И вот что я хотел бы вам сказать, друзья. Все треки, точнее все ремиксы, если трек, как правило, подписан, конечно, его выкладывать бесплатно я... Ну, не должен, что ли, если я уважаю свое творчество. Потому что каждое творчество должно быть оплачиваться. Поэтому, когда я пишу все ремиксы, и то, кстати, я треки выкладываю все-таки бесплатно. Но когда пишутся ремиксы, там, естественно, я же не могу зарабатывать за счет других артистов. Но, тем не менее, я посвящаю себя этой работе. Сижу, допустим, целую неделю над ней работаю. И, конечно, было бы приятно, если бы с каждого человека, допустим, там по 10 рублей или 5 рублей, или рубль, если с каждого человека за трек, то есть я вам выкладываю, вы его, пожалуйста, скачивайте. Вы можете заплатить рубль, можете заплатить 10, можете 100, можете 1000, ну, это ведь как кому не жалко сколько. Я понимаю, мы живем в России, у нас у всех зарплаты вот такие, поэтому здесь спорить я не буду. Из-за этого я и просто делаю на это акцент, внимание обращаю. Я никого не говорю, чтобы завтра срочно мне выслали тут денег. Я такого не говорю. Ну и, конечно, да, все равно приятно. Все эти репосты, все эти лайки, они тоже нужны. Это без этого тоже никак. Я же все равно отслеживаю, вижу. Я хотел сделать даже видео, поблагодарив, ну, чуть ли не каждого самого активного, но как-то я даже сделал список, да. У вас слишком много становится. Мне это приятно, но это реально так. У вас слишком много, и я думаю, что если я начну зачитывать каждого, это достаточно много времени уйдет на это. Не то чтобы у меня его не было, просто я думаю, что это будет монотонно и неинтересно. Хотя, может быть, в будущем, если вы будете также, каждый из вас будет также активен, в принципе, этот список можно и оставить, и его еще дополнить, и я попробую как-нибудь, может, его каждому персонально спасибо сказать. Вот. Что-то сказал-то мало, да, по итогам? Я не стал делать статистику на промо-диджей, где вы скачиваете все треки, не стал особо углубляться в ВК, потому что... вот, да, еще хотел сказать спасибо за то, что выкладываете в группы. И вот когда в ВК начинается мой трек гулять по группам, то я, в принципе, там уже теряюсь с просмотрами, с лайками, я вообще теряюсь просто. То есть я смотрю, что трек ушел в сеть, достаточно так хорошо ушел, он по ней гуляет. Не каждый, конечно, как я бы хотел, но... Все-таки. Так, что у нас еще?
А, ну вот, собственно, о тех еще сторонних каналах, которых я заикнулся. Вот, мало того, что DJ Smile меня поддержит, есть еще хороший канал на YouTube «Безумный». Как-то выходил на этого человека, не помню, как его зовут, честное слово, но спасибо тебе огромное, «Безумный». Еще есть канал Miss Deep Shine. Shine или Miss Deep Shine, в общем, я по-английски еще тот. Тоже огромное спасибо. Как раз на этом канале, по-моему, есть вот этот Торнадо Судьба, который собрал 17 тысяч. Кстати, на моем как бы официальном канале ремикс на Эстрада Рада, кто видел, Вите надо выйти, набрал, по-моему, 25 тысяч, что ли, просмотров. Но там я запарился и сделал некий такой ролик, он с юмором. Кто не смотрел, посмотрите, пройдите. Ну вот как-то так, наверное, как-то так. Ждем следующей недели. Появится ремикс на вот эту французскую певицу. Ну и, пожалуй, в этом году все. Будем готовить уже релизы свежие на январь. У нас там есть планы также с Dimitri Way выпустить как минимум, наверное, один трек и кавер-версии еще. Возможно, даже два. Там посмотрим, как у нас пойдет. Вот, пожалуй, все. Также буду все ссылки указывать в следующем году. Также буду стараться работать еще больше. Наверное, сделаем акцент не на количестве лучше, а на качестве работ. Пускай их будет не каждую неделю. Это, ну, достаточно так. Ну, я постоянно в музыке, чтобы вы понимали. То есть у меня есть как бы, ну, основная работа, да, которая приносит некий там небольшой доход. Я же должен как-то выживать, как-то жить. Вот, и помимо этого я еще есть в музыке. У меня начинается неделя, это понедельник, вторник, среда, четверг. И где-то в четверг уже, ну, в среду бывает, конечно, да, трек готов. Там идет подготовка. Если его где-то согласовываешь, если его где-то подписываешь, или это вот не ремикс, а трек, то его где-то на лейбле подписываешь, потом, извиняюсь за тавтологию, я все повторяюсь, делаешь видео, какое-никакое бы, но даже вставить картинку и просто подумать о чем, если трек о чем-то, надо подумать, о чем эта картинка должна быть соответствовать, ну, соответствовать этому треку, да, и это все здесь монтировать, написать пост. Вроде бы ничего такого тоже сложного нет. Нифига. Сложно. Сидишь и вот выдумываешь, как бы подвести. Правильно как бы высказать свою точку зрения. Вот поэтому. Ну и потом в пятницу его уже выпускаешь. Даешь себе выходные отдохнуть. Ну и заново. Также следующая неделя начинается. Так что поэтому продолжайте, ребят, поддерживать. Кто может, почему бы и нет, кидайте донаты, все ссылки есть. Я уже сделал все кошельки, то есть там можно и на WebMoney, можно на Яндекс кошелек, можно на Kiwi кошелек, можно, по-моему, ВКонтакт, можно через YouTube какие-то там каналы тоже. В общем, вроде у меня все рабочее, я думаю, что я все сделал правильно, по крайней мере. Ну и спасибо вам за этот год. Хорошей вам музыки в следующем году. Я надеюсь, я ее вам дам. Много. Хорошей, качественной. С наступающим вас. Сегодня, правда, число еще 21. Я не знаю, когда это видео появится в сети. Ну, в любом случае, я, возможно, запишу вам еще отдельно видео, может быть, даже с анонсом вот этой французского ремикса. Всем спасибо за поддержку, за лайки, за репосты, за подписки. Добавляйтесь также в друзья, продолжайте. Я не кусаюсь, приму всех.
Ну и пока-пока. До встречи в 2018 году.